Поможем собрать детей в школу. Данной благотворительной акции уже больше 10 лет. В этом году за счет средств городского бюджета куплено 400 наборов школьно-письменных принадлежностей на сумму в 161 тысячу рублей. Помощь получат семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Активно подключаются и спонсоры. Карина идет в 7 класс, Иван – в 1. В их новых рюкзаках есть все, кроме учебников и дневников. В пакетах одежда и спортивная форма. Мы обращаемся всегда к спонсорам за помощью, и у нас есть такие помощники, различные благотворительные общества, кроме того, ну, крупные производители, торговые комплексы, они тоже принимают участие вот в организации помощи собрать детей в школу. То есть каждый оказывает свою посильную помощь. Кто-то канцелярскими товарами, кто-то предоставляет сертификаты на то, чтобы могли выбрать одежду и обувь. То есть в зависимости от своих возможностей.